Здравствуйте, меня зовут Игорь Смирнов, и это видео специально для компании «Авторус» и конкурса «Шины каждому». Основой рамы является профиль 50 на 25, прямоугольник. Все остальное выполнено из профиля 25, 20 и 15. Обшита ДТ-16. Вот мы здесь наглядно видим. Задняя дверь на резиновом уплотнителе. Имеет ручку для удобства входа. Это полки, которые мы раскладываем, чтобы спать. Поскольку данный вездеход не имеет световых приборов, габаритов поворотных, кроме фар, мы обеспечили позиционирование себя просто катафотами. И также... Вот так выглядит полок двери в закрытом застегнутом виде. Это открыта форточка. Так выглядит полок в открытом походном положении. Можно полностью его отстегнуть. Вместо него есть комплект москитной сетки. Мотор находится внутри вездехода, за передней осью, как вы видели. Крышка открывается следующим образом. И вот он наш мотор. Немножко паутинка. Вот. Это Лифан, 22 лошадиных силы воздушного охлаждения. Это система выхлопа пошла, изолирована от тепла, асбестом. Ну, использованы подручные материалы из пивных банок. Для удобства замены ремня вариатора и чтобы посмотреть, весь капот снимается. Для этого щелкиваем защелочку, поднимаем крышку и ослабляем предварительно три вот таких барашка. Только ослабляем. Вот таким образом снимается у нас целиком вся крышка моторного отсека. И обеспечивает нам доступ и к двигателю, и ко всему силовому агрегату. Вот, собственно, и есть одна смесь. Мы имеем двигатель Лифан, вариатор Сафари, ведомый вариатор Тайги. Все это имеет привод на коробку 2108 для облегчения включения передач. Чтобы не было самохода, тут стоит ручной тормоз вариатора дисковый. Это от Бурана. Вот он выведен сюда на ручку. То есть немножко притормаживаем и включаем передачу. У пассажира мы имеем довольно вместительную полку в качестве бардачка, куда можно сложить какие-то мелкие вещи, под которой закреплен преобразователь напряжения на 220 вольт. Вот сейчас мы его продемонстрируем. То есть мы отключили питание. Машина, конечно, не заведена. Полики сделаны герметичными для слива воды в случае мытья, когда все это моешь. Предусмотрено вот такие кингстоны. Есть специальный ключик, откручивается и все это сливается. За решеткой я спрятал компрессор. Два лючка сделано, чтобы спрятать компрессор, ну, скажем так, от лишних глаз. Вот он здесь находится. Шланг убран. Бардачок, мы его покажем. Этим же компрессором мы качаем не только колеса, но и лодки. Под пассажирским сиденьем расположен довольно вместительный бардачок, куда мы складываем веревки, инструменты и прочие необходимые близко под рукой вещи.
под водительским сиденьем находится бак. На нем имеется датчик топлива лодочный, как и сам бак. И также дополнительное масло. Тут место осталось, сделали такой мы кармашек. Поскольку поворотный мост сильно увеличил базу, пришлось максимально компактно сжать место по длине водителя. Поэтому вот спинки сиденья сделаны на липучках. Мы их также используем, отстегиваем для сна. Ее можно снять, если, поскольку не двигается сам стул, можно ехать вот в таком положении. Для удобства расположения для сна, ну и в том числе и для обслуживания, для доступа, руль сделан съемным. То есть просто откручиваем барашек, вытаскиваем болт и вот таким макаром снимаем. Вездеходе установлен в качестве вспомогательной информации бортовой компьютер БК-02. Он показывает вот сейчас в данном случае напряжение аккумулятора, напряжение в сети, время в пути, холостые обороты двигателя, ну и что-то там еще, чем мы, собственно, и не пользуемся пока. Для подключения навигаторов или каких-то еще дополнительных устройств имеем прикуриватель. И также все приборы, фары, компрессор, лампочка салона защищены вот такими бытовыми, скажем так, предохранительными полуавтоматами. Бачок гидроусилителя находится прямо перед глазами и легко на ходу контролируется уровень масла в качестве аварийного. Весь салон обклеен сначала 20-миллиметровым изолоном и сверху ковролином. То есть он полностью герметичен и достаточно. Пол мы специально не стали обклеивать, потому что на случай какой-то доставки дичи и так далее, чтобы было легко это все помыть. Под правой рукой находится кнопка массы. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств обесточить систему. Так сделана передняя подвеска на четвертьэллиптических продольных рессорах. На двухшаровых, и ось поворота совпадает с осью шарнира. Шарнир 0,8. Амортизаторы от Peugeot 308 задние. Кручение переднего моста осуществляется за счет скручивания рессор. ВАЗ-2106 усилены немножко снизу от прогиба балки и приварен цилиндр, на котором как раз находится шаровые оси поворота. Это у нас задняя подвеска. Также на четвертьэллиптических рессорах продольно расположенных 4 пакета, внизу 2 листа, сверху 3, зажаты пластинами и выведены на соленблоке. На родные волговские соленблоки, волговские рессоры. Мост немножко тоже, балка снизу усилена от прогиба и защищена от ударов о камни самих кронштейнов соленблоков. Рулевое вездеходе исполнено гидрообъемное. Рулевой цилиндр ГАЗ-66 исполнительный, удлинен немного рулевым наконечником опеля. Ну и, собственно, и все, усилен на цилиндр оси поворота. Гидрообъемное рулевое, как я говорил уже ранее, это насос Opel'а на дополнительном шкиву, ремнем. Натяжка осуществляется болтом. И пошло на само дозирующее устройство.
В вездеходе также предусмотрена аварийная система заводки на случай, если по каким-то причинам сел аккумулятор и стартер не крутит. То есть есть вот такая на барашках крючок, открываем и... Поскольку в данном вездеходе имеется вариатор, то мы имеем две педали. Одна газ-акселератор и вторая тормоз. Главный тормозной цилиндр находится в салоне, развернут, он никак не мешает коленкам и зато защищен полностью от внешних воздействий различных ударов. Тормоза на данном вездеходе дисковые, только задние, есть еще ручник суппорта ВАЗ-2108. Выхлопная система, основной бачок получились несколько длинные, поскольку пришлось вывести сначала все это вперед. И чтобы во время плавания получить газов в нос выхлопных, вывели трубу наверх. Легко и непринужденно плывем. А, мне нравится, стало. Вы хотели видео? Получайте. Мы плывем. Чего будем решать, как приезжать будет, может быть, мы так все равно подтянем. Лодку. Да вон она, к вездеходу. Она привязана. Итак, ставим канистры в багажник.
специально для компании «Авторосс».
Ты разорвались. Там мы продвигаемся. Наша средняя скорость 10 километров в час. Да, вот она. Красотень. Костерчик у нас.
такая сделана. Потому что ходить тяжело по болоту. Вот такая сделана. Сюда еще. Наши лодочки. И вот там это зерко. Большое. Ловили, отдохнули. Сейчас на обратную дорогу встаем. Вот ради чего мы строили вездеход и ехали на это озеро. Вот он, красавчик. Такой. Это не последний, но первый. Дорога отличная, погода тоже отличная. Будем надеяться, что все будет у нас хорошо.